2008 года при прокуратуре Краснодарского края действует Общественный совет по защите прав субъектов предпринимательства. В него входят представители прокуратуры Краснодарского края, уполномоченные по защите прав предпринимателей, представители Торгово-промышленной палаты, общественных объединений, организаций, ассоциаций и фондов, чья деятельность призвана помогать бизнесу. Одна из форм работы совета – проведение выездных заседаний. Впервые в Славянском районе такое заседание прошло 5 декабря. Программа проведения заседания Общественного совета при прокуратуре в Славянском районе состояла из нескольких частей. Учитывая востребованность для предпринимателей консультационных услуг в вопросах ведения бизнеса, по сложившейся традиции перед планерным заседанием был организован консультационный пункт. На вопросы бизнеса здесь отвечали не только представители прокуратуры, но и специалисты различных федеральных краевых органов власти, а также некоммерческих организаций по защите прав предпринимателей. Более 100 бизнесменов получили здесь консультации по различным направлениям – от природоохранных до банковских. Господдержка, очень интересно, какие предложения у них будут. Ну, будем рассматривать. Я думаю, что интересные ребята предлагают. Надо рассмотреть и принять решение правильно. А как вы считаете, вообще проведение такого совета, где все специалисты собраны буквально в одном кабинете, краевые специалисты крупные, вообще нужно проводить или... Обязательно. Это очень полезно. Мы здесь сразу со всеми встречаемся, обсуждаем все вопросы. С одного стола на другой. Очень интересно. То есть не надо бегать по разным кабинетам. Можно в одно место прийти раз в год, я так думаю, либо два раза, и все вопросы свои решить. Очень даже хорошо. В один день много предпринимателей в разных направлениях пришли, задали вопрос определенной структуре. Даже очень. Совет стал хорошей возможностью для предпринимателей из соседних районов не только получить консультацию у специалистов, но и поделиться друг с другом личным опытом. Для славянских предпринимателей собрание дало возможность представить свою продукцию на небольшой выставке. Сельское хозяйство, переработка, промышленность и рыбводство. Гости по достоинству оценили вкус и качество товаров славянских производителей. Кроме того, прокурор Краснодарского края Сергей Табельский совместно с уполномоченным по защите прав предпринимателей в крае Игорем Якимчиком провели личный прием, который посетили 10 человек. Были среди них и представители Славянского района. Я уже второй раз на встрече с краевым прокурором. Это человек, который реально слышит. И все, что мы с ним не обсуждали за последние полгода, не осталось незамеченным. Мы решили очень много проблем. У нас получилось так, что и рабочие места создали, и очень много было сделано вообще. Прокуратура в последнее время, конечно, она участвует в жизни предпринимательского сообщества в целом. В самом же заседании участие приняли более 200 представителей бизнес-сообщества из Славянского, Крымского, Красноармейского, Абинского, Северского, Темрюкского районов и городов Новороссийск, Анапа и Геленджик. Открывая заседание, Сергей Табельский отметил, что сегодня государством проводится активная политика, направленная на создание комфортных условий ведения предпринимательской деятельности. Для проведения мероприятия была выбрана форма работы, при которой со сцены не звучало долгих докладов. Трибуна была предоставлена представителям бизнеса, которые и говорили без утаек о своих проблемах. Это позволило рассмотреть вопросы, общие для многих предпринимателей. Все моменты, которые сегодня есть сложные, их нужно скрывать, по ним нужно работать и о них нужно говорить. Не боясь, они никуда не денутся, если мы вдруг про них забудем и не будем друг другу показывать, что есть этот вопрос, его надо решать. Поэтому если мы будем хотя бы здесь, на форумах, затем уже у себя в подразделениях, у себя в своих государственных органах работать на живую с общением, с предпринимателями, с заявителями, то тогда у нас уже немножечко будет полегче. Но сама тема, знаете, вот сегодня на приеме мне порадовало, что предприниматели обращаются не только по своим каким-то вопросам, но говорят о том, что нужны дороги, нужно отстроить там какой-то объект социальный. Или давайте мы будем вкладываться вместе для того, чтобы отстроить дорогу в нашем поселке, мы готовы софинансировать. И мы эти программы или вопросы уже где-то тоже деньги вкладывали. То есть понимание общности и социальности бизнеса – это очень важно. Цель деятельности Общественного совета – оказание содействия органам прокуратуры в осуществлении надзора за исполнением законодательства, направленного на защиту прав и законных интересов предпринимательства. А такая возможность в полной мере может быть организована только при открытом диалоге, который помогает выстроить проведение подобных заседаний. Мария Климова, Александр Косицын, Георгий Калинин. Программа «События».